Неспроста сьогодні говоримо про молодь. З одним із представників сьогодні поспілкуємося. Максим Процак, церковний артист, сьогодні у нас у гостях. Я рада його представити. Я хочу сказати, що сьогодні будемо створювати магію у нашій студії. І я вже до вас добіг, щоб теж подивитися на цю магію. І я навіть думаю, що ми з тобою будемо намагатися розгадати один із секретів фокусів нашого гостя. Ну що ж, вітаємо тебе, дякуємо, що сьогодні завітав. Здравствуйте. І так, перший вопрос, я думаю, він логічно випливає із представлення, коли почав цим займатися і взагалі. Как увлекло, кто увлек в это? Это было в 2007, наверное, году, когда мне было 9 лет. Я был в детском лагере, вот, и меня заинтересовал один дедушка, который играл на ложках, который жонглировал, который показывал фокусы. Теми же ложками. И этими тоже. Вот, и он меня очень заинтересовал. То есть для меня стереотип такой был, что люди, которые удивляют, показывают чудеса, они должны быть цирковыми там нескольких поколений, а здесь простой человек. Вот, меня это заинтересовало. И ты решил сломать систему и научиться самому? Мне стало это интересно. Скажи, где обучался этому? Первое самое было, это книжка Марка Вильсона. Вот, там рассказывались азы фокусов. То есть... фокусы с веревками, с картами. Но я хочу сказать, что это надо еще все-таки определенную ловкость рук и какое-то да, от конечно. Природы предназначение. Да и к тому же по книжкам учиться не каждый вот, может. Вот, я просто помню... Без практических иллюстраций. В свое время да. тоже где-то, может, там лет 10 я попробовал по книге что-то там сделать и просто забросил, потому что мне было непонятно вообще ничего по этим картинкам. Ну вот, азы ты изучил по книге, как ты перешел к практике? Практике, да, маме фокусы показывал. Первый ценитель это была мама, да? Да, конечно, мама уже говорит, все, ты меня достал, я буду спать. Говорю, мама, я уже выучил новый фокус. А что была первая, какая первая иллюзия? С картами, конечно. Карты. Все картежниками сразу, все с картами. Да, ну, это такое, что можно постоянно в руках держать. Вот, показывать всякие карточные манипуляции. Я, конечно, немного вот в шоке всегда с того, как люди в руках этими картами. Вот сейчас мы это видим. Ну, смотрите, дело в том, что... Макс, я в шоке. Спасибо. Удивить Витю это дорогого стоит. Не, ну реально, у меня аж подбородок отвис. Ну да, можно. Можно вот так вот, то есть... Это то, что можно показывать практически в любом месте, но лучше не в учебных заведениях. Ну да, но я так понимаю, в учебных заведениях ты же своим одноклассникам показывал. Ну, немного, да, но за это. Кроме мамы, кто был еще твоим первым зрителем? Отец, наверное, да. Те самые близкие люди. То есть сразу тренировался на них? Конечно, мне же интересно было. Я это изучил, одно дело там перед зеркалом, а когда показываю, сразу моментально все падает, все валится. Ну, вот это какое-то волнение уже появляется, да? Конечно, да. Это показывать кому-то это несравнимо, когда ты сам сидишь себе там где-то в комнатке и это все тренируешь. Какая-то есть, может, у тебя, может, желание есть профессионально где-то обучаться этому, либо, возможно, продолжать свою практику где-то еще, не только в Николаеве. Практику? Ну, я практикую это в любом месте. Мастер-классы, опять же. То есть для меня большим толчком был Киевский фестиваль огня в 2011 году. Вот, там, где приезжали со всего мира и фаерщики, и жонглеры, много очень людей было. И они меня подтолкнули, показали, что есть. То есть, в принципе, в Украине людей, которые занимаются именно контактным жонглированием, которыми я начал увлекаться, ну, очень мало. Вот. А там были эти ребята, с которыми я начал общаться, и они показывали, как лучше и как красиво это делать. Вот, помимо того, что... делать какие-то трюки и еще делать демонстрацию. То есть демонстрация, как сказать, стрит-перформанс, как они называли. Вот, это отдельная тема. Ну вот ты посещал много мастер-классов, много обучался. Что ты сейчас на данный момент можешь предложить своему зрителю? Какие иллюзии, жонглирование? Контактное жонглирование, это, наверное, самое такое зрелищное, потому что ну, мало кто показывает. А не было желания, вот ты сейчас говоришь об уличном, да, о перформансе, о уличных демонстрациях, это больше практика приемлема либо для больших городов, там, Киев, Львов, либо для Европы. Есть желание, может, поехать в Европу, там, просто на улицах попрактиковаться? Да, конечно, мне всегда нравится удивлять людей. Я вот недавно был на выступлении, и просто девочки маленькие, которые участвовали в конкурсе красоты, они были рядом в одном помещении со мной. Я разминался. Одна увидела девочка, сказала второй и так дальше. И в итоге мне собралось...
собралась своя аудитория, которая смотрели с открытыми глазами. Это всегда интересно. Вот. Интересно людей на улице встречать, которые это смотрят, потому что они не подготовлены. Люди, которые идут в цирки, там, в театры и тому подобное, они уже знают, к чему они готовятся. Они да. Вот. А когда на улице было время, когда я... Такой легкий нежданчик получается. Да, я выходил на Советскую, например, какой-то праздник, много людей, думаю, о, я хочу поудивлять людей. Иду, смотрю каких-то знакомых музыкантов, либо незнакомых, здороваюсь, говорю, ребята, давайте я вам помогу. Знакомлюсь. Да, а с чем поможем? Я покажу, давайте вот меня контактное жонглирование, а что это такое? Смотрите. И через некоторое время получается такой полукруг, который перекрывает улицу Советскую в городе Николаеве. То есть это, да, есть люди, которые это видели, есть люди, которые не видели. Ну, вот так. Но это реально надо быть фанатом своего дела, чтобы вот так с удовольствием удивлять николаевцев, вообще людей. Отож, дорогі телеглядачі, ми обіцяли, що ми вас здивуємо і надаємо цю можливість нашому гостю. Здравствуйте. Я продемонструю самый классический фокус с тремя веревками. У меня есть длинная веревка, средней длины и короткая. Пожалуйста, проверьте каждую веревку, что она цельная, что она не растягивается. Не растягивается. Длинная, пожалуйста, средняя. Все вот это с веревками вызывает у меня уже какие-то сомнения. Сразу начали с веревок. Ну, хорошая, качественная. Так, теперь мне понадобится ваша помощь. Я возьму длинную, среднюю и короткую веревку. Пожалуйста, подуйте на веревки. Сильнее. Еще. И последний раз. Вот. У нас получилось три веревки одинаковой длины. Вот первая, вот вторая. И вот третий, пожалуйста, возьмите веревку. Витя, ну ладно, я дула. Ты понял, как это произошло? Смотрите, я с твоих первых двух букв думал о другом. У меня может быть в руках как две веревки, так и одна веревка. Да. А если верить в чудеса, у меня вместо пальца могут быть ножницы. Смотрите, раз, два, три, и веревка разрезается. Смотрите внимательно, я вас буду обманывать. У меня снова одна веревка. Но веревка может быть вообще... цельная, даже без кусочков. Смотрите внимательно. Одна веревка. Две веревки. Пожалуйста. Я по чуть-чуть схожу с ума. Три веревки разной длины. Длинная, средняя и также короткая. Да. Как? Вот так. Это иллюзия. Веревки самые простые. Вот здесь... Есть один секрет. Ну, большой понятное секрет, дело, наверное. Да, что секрет должен быть. Я смотрю теперь на эти веревки и думаю, что же у них там. Давайте такое? Я вам покажу. С контактным жонглированием. Контактное жонглирование – это жонглирование с учетом того, что шар должен кататься по телу. То есть здесь нет никаких секретов. Здесь только... Здесь просто легкий шок зрителя. Да, ловкость рук. Ну, это как делать... в том анекдоте. Я бы, например, как настоящий украинец, один бы разбил, второй потерял бы. Я их тоже ранил. Ощущение, будто они в воздухе вот так застыли. Вот. Да, это задача контактной жонглёру. Вот, это один из видов манипуляций. Это изоляция, когда шар остается на месте. Ой, наверное, так нельзя, да, открыто открывать сильно рот. Я просто... Витя, ты тоже это видишь, как да я? Да я в легком шоке просто. Вот так. Круто. Каждый шар весит по 0,5 килограмма. Он с оргстекла. Вау, а можно то есть, подержать? Так, сейчас 2 килограмма можно, не... да, я тоже... Очень ручки тоже эти... Вить, понимаешь, просто я его еле в руках держу. А, нет, ну просто, скажем так, у меня он, например... Я не представляю, липнет к руке, как да. Его так можно... Ну не да. Не работает, у нас ловкость. Чуть-чуть не работает, я просто в шоке. Да не, у меня только поподбрасывать могу просто. Действительно. Да, ну с этого и начинается. То есть первый момент это бабочка, ну, вот когда перекатывается. А, ну да.
Да, мы тоже так можем. Без помощи, конечно, второй руки мне сложновато. Да, ну потом дальше. Замечательно. В шоке. Вот так вот. Такое вот контактное жонглирование. Круто. Да. Ну, это я тоже так умею посмотреть. Ух. Ну, знаете, ребят, у нас еще один инструмент рабочий вот на столе есть. Хотелось бы узнать... Ну, удивите уже до конца. Давайте картами. Давайте. Да. Пускай у меня вообще мозг сломается. Держи шар. Угу. Давайте, смотрите внимательно, я вас буду обманывать. У меня в руках... Там мы уже понимаем, что здесь... Самая обыкновенная колода карт. В рукавах у меня ничего нет. Вот, смотрите, когда я буду листать, скажете стоп. 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 Возьмите, пожалуйста, карту. Посмотрите. Я отвернусь, покажите зрителям. Ребят, видите? Все увидели? Все, кладу на место. Карта потерялась в колоде. Я немного перетасую, и теперь я отсчитаю. Раз, два, три, четыре и пять карт. Скажите, пожалуйста, из этих пяти карт есть ваша карта? Да. Хорошо. Я отсчитаю опять же. Раз, два, три, четыре, пять карт. Вот. Положите руки. Накройте колоду второй рукой. Вот. А у меня по-прежнему в руках. Раз, два, три, четыре, пять карт. И сделаем магическое движение. Вы заметили, что произошло? Ну, вы провели рукой у меня по руке. Смотрите внимательно. У меня в руках четыре карты. И ваши карты. Здесь нет. Смотрите внимательно. Я возьму колоду. Держите. Обычно люди говорят, карта ваша сверху, либо снизу. Но все гораздо интереснее. Ваша карта перевернутая. Да, покажите сейчас зрителям. Зрителям, да. Вау! Она лежала не так, как все. Я в шоке. Ну... Я понимаю, можно обмануть мое... Мы поперематываем. Нет, просто раз. Можно обмануть зрение, можно обмануть слух. Ну как можно обмануть тактильные ощущения? Мне ничего дополнительного, я же держала сама в руках. Ну как? Вот в этом заключается сам секрет. Я в шоке на весь день. Просто. Это просто не... Удивили. Ну реально круто. Я рад. Я просто... шоке легком. Что вам понравилось? Да, ну что ж, я хочу сказать огромнейшее спасибо нашему гостю сегодняшнему, потому что с утра вот так удивить по максимуму может не каждый. Поэтому спасибо большое за то, что пришли сегодня к нам. Будем ждать еще. Ну и надеемся увидеть еще на улицах Николаева. Обязательно. Тем более сегодня праздник. Можно выйти как раз поразвлекать молодежь.